Решка. Известная телепрограмма «Орел и Решка» вот уже 3 года путешествует по всему миру. Объездив больше 100 городов, ведущие ни разу не привезли нормального сувенира. Самый крутой сувенир, который я только видела. Выключатель. Уши мне купил розовые. Да, класс! Поэтому мы решили начать спецпроект «Орел и Решка. Шоппинг». Hola, señoras y señoritas, caballeros y chicas. Знакомьтесь, Маша Ивакова и Костя Октябрьский. Шопоголики, маньяки покупок, фанаты скидок, спецы по сувенирам. Покупаю! Именно они будут путешествовать по самым интересным городам нашей планеты с одной целью – шопинг. Они будут искать, рыться, торговаться, восхищаться, мерить, советовать, критиковать и пробовать. Кому повезет, кто отправится за покупками с безлимитной золотой картой, а кто всего со 100 долларами, как всегда, решит... Орел! Решка! Друзья, вы слышите это? Вы видите это? Мы в городе, который никогда не спит. И это спецпроект «Орел и Решка. Шопинг». Мы расскажем вам обо всех тонкостях и нюансах шопинга по всему земному шару. Ну, кому-то достанется золотая карта, а кому-то, Костя... 100 долларов. Надеюсь, тебе. Итак, все, как всегда, решит вот эта монетка. Орел? Решка. Ура! Золотая карта моя. Угу, моя. Пожалуйста, спасибо. Машенька. Спасибо. Как я хотел тебе дать этот рюкзак. Беги. Пока. Уходи в снег. Задавака. Смотри, только там потолки носом не чиркай. К шопингу в Нью-Йорке нужно заранее подготовиться. Выбрать магазины. Просчитать маршруты. Составить план. Потому что в этом городе так много всего, что легко потерять голову. В Нью-Йорке есть все, и все это можно купить. Самый космополитичный мегаполис. В нем смешались все национальности и все культуры. Здесь живут итальянцы, в районе Маленькой Италии, русские на Брайден-Бич, китайцы в Чайна-таун, индусы в Ист-Вилледже. А еще бразильцы, пуэрториканцы, ямайцы, евреи, поляки, украинцы, ирландцы. Ух, кажется, весь мир уместился в одном Нью-Йорке. В этой мешанине город не потерял свое лицо. Наоборот, из дикой смеси появился свой, уникальный, так называемый нью-йоркский стиль. Что же такое нью-йоркский стиль? Одеваться небрежно и обязательно смешивать несколько стилей подряд. Ну, например, классический пиджак с короткими штанами или строгий деловой костюм и кеды. С точки зрения нью-йоркцев, дурной вкус – это серость и невзрачность. То есть именно тот стиль одежды, который так любят у нас. Но я вам покажу магазин, где вы сможете подобрать такой образ, что Нью-Йорк примет вас за своего. Магазин Патриши Филд. Кто это? Да это олицетворение нью-йоркского стиля. Не верите? Сейчас поверьте. Патриша Филд – это не рядовой модельер. Это икона нью-йоркского стиля, признанная королева уличной моды. Вся богема Нью-Йорка одевается у нее, а теперь и я здесь. Именно она создавала стиль для всех героинь секса в большом городе. И не только для этого фильма. Дурнушка Бетти, шопоголик,
«Дьявол носит Прада» — это все делала она. Итак, добро пожаловать в магазин «Патриши и Фил». Он просто огромный. Все здесь какое-то ослепительное и даже китчевое. Смотрите, какие чехлы для телефона. Яркое, вызывающее, блестит, кричит и на тебя смотрит. Итак, что вы здесь можете приобрести, чтобы сойти за коренного нью-йоркера? Безумную обувь, ядовитых расцветок на огромной платформе и каблуках. Higher, yes. Какие очки? Ну как мне? К ним такие же яркие платья. Кепку со стразами и рогами лося. Happy holiday! Aww, so sweet. Michael Jackson jacket. Yeah. Да? I feel like a Beyonce. 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 What's that? Fake. Fake boobs? Extra. Это дополнительное средство визуального увеличения груди, помимо пушапа. Fashion. Fashion. Mm-hmm. Все мы знаем, что Америка – родина супергероев. Супермен. Бэтмен. Капитан Америка. Железный человек. Халк, Люди Икс. Комиксы в Америке – это целая индустрия. По ним снимают фильмы, создают видеоигры. Их любят и старики, и дети. Комиксы – это национальный символ Америки. Нигде больше в мире комиксы не пользуются такой бешеной популярностью, как здесь. Их коллекционируют. А некоторые особо редкие экземпляры продают за баснословные деньги. Я пришел в самый известный магазин комиксов на Бродвее – «Запретная планета». Здесь продается туча комиксов, 1200, а может даже и больше. Yeah. Может, эти очень большие. No. Правда, не самая толстая, но самая большая по размеру. Это для поклонников «Звездных войн». Ну, это определенно для взрослых. Дети могут схлопотать нервное потрясение. И вообще очень здорово. Чисто по-американски. Таня Вечеря. В роли Иисуса Супермен. А вместо 12 апостолов – 12 самых известных супергероев. Нам это может показаться диким, но для Америки такое обычное дело. Свобода слова, понимаешь? У меня дома тысячи комиксов, но я хочу именно тот, где вместо 12 апостолов 12 супергероев. Многие сходят с ума по этому изданию, и я в том числе. Это будет украшение моей коллекции. Интересно, что в Америке много супергероев, о которых мы даже ничего не слышали. Например, Капитан Марвел, Флэш, Зеленый Фонарь или даже вот какой-то... Какашка-демон. Если вы хотите привезти домой частичку Нью-Йорка, один из его символов, так сказать, то не сможете пройти мимо комиксов про Спайдермена. В отличие от прочих, это именно нью-йоркский супергерой. Помните, как он лихо летает между небоскребами? Ух ты! Очень круто! Это первое издание о Человеке-пауке Стэном Ли выпущено. Правда, оно уже переиздано. Только полистать, $90.
Хороший комикс. К сожалению, мне не по карману. А старые выпуски, да еще с автографами авторов, могут стоить тысячи долларов. Этот магазин очень известный, но комиксы тут дорогие. Вот в соседнем продаются подержанные книги, в том числе и комиксы. Да, их кто-то читал до тебя, но стоят они в разы дешевле. Мужчина был прав. Те книги, которые аналогичные книги, там стоят 70-60 долларов, здесь 17-50. Я купил комикс за 6 долларов. Плюс налог. На кассе получилось 6,5. Ура! Комикс о Спайдермене у меня. Ищите! Шопоголики, ищите, потому что всегда найдется место, где это дешевле. Это Нью-Йорк, все просто. Я расскажу тебе про Нью-Йорк. Я живу тут всю жизнь. Я знаю всех. Де Ниро, Аль Пачино, Игги Поп, Дэвид Боуи. Патриша Эйфел чертовски хороша. Она лучший дизайнер в Нью-Йорке. Да, она стоит много денег, ну и что? Если ты популярен и делаешь что-то хорошо, Господь никогда не завещал жить как бомж. Вам нравятся мои ботинки? Это Сильпо. 2 пакета за $2. Без налогов. Пока я тут бросалась на все блестящее, в магазине появилась сама Патриша Эйфел. My name is Maria. Already, you know, take some stuff from your shop. What a combination. Кстати, Патрише 70 лет. Представляете, чтобы у нас в 70 бабушки так одевались и красили волосы в такой цвет? Такое возможно только в Нью-Йорке. Меня уже стилизуют здесь, прям на месте. Вот так. Она говорит, что серое мне не идет, только черное. Я попросила Патришу подобрать мне 2 образа, исходя из уличной молодежной моды в Нью-Йорке. Я. Спортивная шапочка с вуалью, жилет из искусственного меха и сапоги без шнурков. Is it the New York style? New York is a city where people from all over the world. Нью-Йорк – это город, в котором люди со всего мира собраны вместе, очень тесно, как сельди в бочке. Потому что нью-йоркский стиль – это интернациональный стиль. С точки зрения Нью-Йорка, шапка с бубоном и вуалью – это наряд стильной и правильно одетой девушки из приличной семьи. Можно хоть в ресторан, хоть в кино. Образ номер 2. R&B girl. Так можно пойти, например, на вечернюю прогулку. Но есть одежда, которая даже для Нью-Йорка чересчур. Слишком яркая, крикливая и эпатажная. Такую Патриша шьет специально для поп-звезд. Это, конечно, даже для Нью-Йорка очень эпатажно. Так одеваются только звезды. Все, беру все. И шляпу, и парик, и безумный корсет, и штаны. Покупаю. 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 Посещение королевы уличной моды закончилось покупкой 3 нарядов. Я люблю тебя, золотая карта. Не
Нью-Йорк – один из крупнейших мегаполисов на планете. Сотни небоскребов. Миллионы людей. Здесь можно купить абсолютно все. Поэтому здесь попадаются магазины, которых не встретишь ни в одном другом городе мира. Некоторые из них очень странные. Если вы считаете, что выражение «в Нью-Йорке можно купить все» — это лишь только крылатая фраза, то вы ошибаетесь. И я вам сейчас это докажу. В Нью-Йорке действительно можно купить все. Именно поэтому я пришел в магазин Evolution. Идемте. Этот магазин называется «Эволюция». И продается в нем все, что касается жизни на планете Земля. Здесь лежат вещи, которым по 10, 50, а есть некоторые экземпляры, которым по 465 миллионов лет. Представляете себе? И все это реально можно купить, можно потрогать и прикоснуться к этому. Останки древних животных и людей. Черепа, зубы динозавров, яйца страусов, картины из бабочек, леденцы со скорпионами внутри, окаменелости древних рыб. Всякие костяшки, зубы тираннозавра, 695 долларов. Или, например, яйцо динозавра, которому 100 миллионов лет, оно стоит 1995 долларов. Даже набор пенисов, енотов, полоскунов. 10 долларов. В каких целях его использовать, я не понимаю, честно говоря. В общем, все, что было найдено в недрах Земли и по какой-то причине не отдано в музей, все здесь. Это лавка странностей и древностей, кунсткамера, склад совершенно странных и, по сути, ненужных вещей. Владельцы утверждают, что все настоящее. Ну, пожалуй, все. Кроме черепа инопланетянина. Хотя, кто знает? Real meteorites from outer space, fossils of animals from millions of years ago, science and interesting items for kids and... Сувенир, который вы привезете отсюда, будет совершенно бесполезным, но самым оригинальным. Что самое дорогое было продано? And it actually came from Russia. It was a beautiful piece. I think we were asking $50,000 for it. For sale right now is the meteorite that's downstairs in the front window, which is, I think we're asking $75,000. It's a stupendous. Этот метеорит упал еще в 1947 году в горах Восточной Сибири. И теперь продается здесь. Представляете, как круто дома возле камина поставить? Целый метеорит я не потяну. А вот осколочек метеорита в форме кулона вполне. Стоит он, правда, $19, но где я еще смогу купить настоящий метеорит? Поэтому я беру его. Сделаю Маше подарок. $21. Я вечно забываю про эти налоги. Ну ничего, подарок-то уникальный. Опытные путешественники знают, что все ценники в Америке – это сплошное вранье. Вещи на кассе всегда стоят дороже, чем написано. Дело в том, что все цены указаны без налогов. Американцы привыкли к этому и не замечают. А нам как-то непривычно. Помимо уличной моды в Нью-Йорке, есть еще мода высокая для миллионеров.
Миллионеры не носят то, что носят обычные люди. У них совсем другие вкусы. Здесь правит балом винтаж. Итак, что же такое винтаж? Существуют три критерия, по которым определяется винтажность наряда. Первый. Наряд должен быть старый, не моложе 30 лет. Второй. Это должен быть только оригинальный наряд от кутюрье. И третий. Несмотря на возраст, вещь должна быть в идеальном состоянии. В Нью-Йорке огромное количество винтажных магазинов, но этот самый изысканный. Среди его клиентов Рианна, Сьюзен Сарандон и даже первая леди США Мишель Обама. Этот магазин – это настоящий кладезь сокровищ. Всегда было интересно, сколько же это может стоить. Ну, например, вот какой-то такой вот костюмчик непонятный. Непонятный, но красивый. Так, сколько он стоит? Версачи, между прочим, это. $1495, вот. В этом магазине все вещи оригинальные. То есть созданы известными модельерами в 20 веке. От 20-х и до 80-х. Здесь можно купить элегантные перчатки от Коко Шанель, которые носили дамы в 50-е. Шляпы богемных кокеток начала века и платья времен сухого закона. Женщинам в этих платьях, возможно, сам Аль Капоне делал комплименты. Ты прекрасно выглядишь. Если наряду больше 100 лет, это уже не винтаж, а антиквариат. Вся эта винтажная красота влетит в копеечку. А вот здесь находятся 20-е и 30-е годы. Что же носили тогда женщины? Давайте посмотрим. Ну да, абсолютно вот в той эпохе платье, все верно. Посмотрим, сколько это стоит. Значит, это платье 1920 года. Стоит оно $2200. В жизни бы не купила такое платье за $2200. Вот это красивая штука. Вот это правда красивая штука. Смотрите, это платье тоже 1920 года. Стоит оно $695. Кто-то может сказать, что это старье за бешеные деньги. Но это не так. Винтажный наряд – это как инвестиция в свой гардероб. С годами такое платье, как и вино, будет стоить только дороже. И ни в коем случае не путайте винтаж с секонд-хендом. Платье, которое пошила моя бабушка 40 лет назад – это секонд-хенд. А платье, которое пошил Кристиан Диор 40 лет назад, это винтаж. На втором этаже находятся платья с историей. Те, которые снимались в кино, или те, которые носили голливудские звезды. Эти наряды не продаются. Их можно взять только в аренду. Кто, кроме Леди Гаги, может еще надеть такую шляпу, скажите? Только я, только я. Только представьте прийти в гости в шляпе, которую носила Леди Гага. Вот так вот Леди Гага и я. Внимание вам обеспечено. Или в золотом платье после Ким Кэтроу. Вау! Это та самая птица, которая была на голове у Сары Джессики Паркер, когда она выходила замуж и как бы, когда ее жених не пришел. Помните этот момент? Вот она, родненькая, настоящая. Это не продается. Здесь была одна принцесса с арабской страны, и она предлагала $100,000, чтобы они продали, но нет, они не продали. Она себе сделала точно такую же на заказ, но это не та самая с фильма. Я не собираюсь мыть этот палец как минимум день. На память о том, что Нью-Йорк – это город миллионеров, нужно обязательно купить винтажный наряд. Например, вот этот – 20-х годов. Hola, señoras
Сеньоритас, Кабальерос и Чикас. Знакомьтесь, Маша Ивакова и Костя Октябрьский. Шопоголики, маньяки покупок, фанаты скидок, спецы по сувенирам. Покупаю! Именно они будут путешествовать по самым интересным городам нашей планеты с одной целью – шопинг. Они будут искать, рыться, торговаться, восхищаться, мерить, советовать, критиковать и пробовать. Кому повезет, кто отправится за покупками с безлимитной золотой картой, а кто всего со 100 долларами, как всегда, решит... Орел! Решка! Я проголодался. Будете в Нью-Йорке, обязательно купите на улице хот-дог. В Нью-Йорке просто культ хот-дога. Их продают на каждом углу. Хот-доги едят все. Как банковские клерки, так и строители. Как бизнесмены, так и студенты. Говорят, что в Нью-Йорке самые вкусные хот-доги. Сейчас мы будем это проверять. Hi, man. One hot dog, please. Итак, что же должно быть в этом хот-доге, чтобы он был легендарным? Ничего. Ну ничего особенного, правда. Булка, сосиска такая себе, кетчуп и майонез. У нас, откровенно говоря, готовить вкуснее, да и дешевле. В каждом выпуске «Орел и Решка. Шопинг» местный житель Hi, how you guys? Hello. Покажет нам места, которые не найдешь в путеводителе. Места, в которых лучше всего можно почувствовать город. Меня зовут Коул Рамстад. Я играю в клубе «Ипотека» в Чайна-таун. Немногие знают о его существовании. Это место своего рода секретное. Ну а теперь вы в курсе. В Нью-Йорке есть интересные явления – закрытые клубы. У них нет вывесок, нет рекламы, нет своих сайтов в интернете. Не зная о клубе, попасть в него невозможно. Это и есть закрытый клуб «Ипотека». Как видите, никакой вывески нет, только невзрачная дверь. Охрана неприветливо относится к чужакам. Фейс-контроль здесь довольно жесткий. Слушай, ты не будешь против, если я приглашу этих ребят? Проходите, друзья, оттянитесь. В закрытых клубах обычно нет случайных людей. Заведение существует за счет сотни другой постоянных клиентов. Все друг друга знают. Это все одна большая компания в несколько сотен человек. Если турист умудрился попасть в такой клуб, это значит, что в Нью-Йорке его приняли за своего. Очень музыкальный город. Такого разнообразия уличной музыки нет больше ни в одном городе мира. Поэтому очень символично привезти из Нью-Йорка что-нибудь музыкальное. И мой следующий пункт назначения – самый большой музыкальный магазин Нью-Йорка – «Гитар-центр». Американский шоу-бизнес – это номер один во всем мире. И все лучшие музыканты покупают свои музыкальные инструменты именно здесь. Идемте. Это очень известный магазин. Сюда за новыми гитарами или барабанными палочками приходят Эрик Клэптон, Мик Джаггер и Red Hot Chili Peppers. Поражает количество гитар.
сотни видов. Well, I used to be a total loser, and then I got my PT Cruiser. Now all the girls want me to take them home. Разных окрасок и форм. And I know they're laughing behind my back, but I'd rather be a joke than be alone. Есть даже ретро-гитары. Я просто не могу передать, какая здесь атмосфера. Они очень старые, некоторым больше 50 лет, но в идеальном состоянии. И стоят они в 10 раз дороже, чем новые. Цена вот этой, например, как цена однокомнатной квартиры. Гитара 54-го года, она стоит 75 тысяч долларов. И славянское сердечко ёкает, ребята, 75 тысяч долларов. Видно, что гитара потертая, у нее сбиты края. Ну, раритет одним словом. Белый снег, серый лед. Это отечественная классика, Виктор Цой. Гитары, барабаны, синтезаторы, скрипки, виолончели, маракасы, диско-шары, диджейские пульты и даже светомузыка. Чувствую себя просто на вершине музыкального Олимпа. Но самое прикольное, что на всех этих инструментах можно поиграть. Самый ходовой товар – барабанные палочки. Они очень дешевые, музыканты приходят за ними как за хлебом. Дело в том, что у рок-н-ролльных групп есть один ритуал. После того, как они выступили на бис и больше не собираются выходить на сцену, они выбрасывают палочки в толпу. Ну, как бы говоря, что концерт окончен и можете больше не ждать. Поэтому барабанные палочки – материал расходный, и музыканты берут их чаще всего. Ну и я возьму. В память о Нью-Йорке. Нью-Йорк – город богатых людей. Квартиры на Манхэттене могут стоить по 2 и по 3 миллиона долларов. Можно только представить, во сколько этим миллионерам обходится дизайн своих интерьеров. Кстати, это мы сейчас и узнаем. А сейчас я привела вас в место, где обычные предметы, которые окружают вас дома, предстают в совершенно новом амплуа. Они превращаются в предметы искусства. В магазине под названием Artware продаются всякие предметы для домов миллионеров. Все они дизайнерские, то есть придуманные и созданные известным художником в единственном экземпляре. Присмотримся поближе. Вот, например, очень необходимая в хозяйстве вещь – голова кота. 675 долларов за оторванную голову кота. Вам непонятно, а для миллионера это стаканчик для мытья кисточек от краски. Шахматы от Дональда Джада. Наверное, это очень известный нью-йоркский дизайнер. Стоимость более 8 тысяч долларов. Ну а что? Очень оригинальный дизайн. Пешки похожи на дверные ручки. Вот и выбирайте, что купить. Ладу Калину или эти шахматы. Что тут еще есть? Набор бюстов Ленина на каминную полку за 800 долларов. Песочные часы за 600 долларов. Особым спросом пользуется стеклянный журнальный столик с малиновым песком внутри. Цена 20 тысяч долларов. Украсить чью-нибудь гостиную на Манхэттене. Ну и для особых ценителей дизайнерское украшение для письменного стола. Ох, и не спрашивайте, что это такое. Какие-то деревья, солнышко, облачко. А стоит эта красота из разноцветного стекла? 40 тысяч долларов. Хотя я бы дала максимум 30. Почему такие цены? В мире миллионеров, где все дорого, квартиры, машины, одежда, должен быть и свой дорогущий магазин. Все для дома. Так уж устроен мир. Ну не пойдет же миллионер за стулом на рынок. Лично я для себя выбрала вот такую свечу. Манхэттен, вылитый из воска.
В Нью-Йорке есть магазины для бедных и магазины для богатых. Абсолютно одинаковые вещи продаются там по совершенно разным ценам. Это умышленная ценовая политика. Дескать, богатый заплатит и не крякнет, а бедный сравнит и купит в соседнем магазине. Мы это уже видели на примере с комиксами. Я сейчас на Таймс-сквер, центральной площади Нью-Йорка. Вокруг меня пруд-пруди туристов. Ну и сами понимаете, здесь много магазинов, которые продают сувениры. Правда, цены здесь, откровенно сказать, просто заоблачные. И покупать тут, ну, может только какая-нибудь Маша с золотой карточкой. Идемте. Я здесь, чтобы сакцентировать ваше внимание на ценах. Пожалуйста, $39. Футболка, $8. Я отошел буквально на 100 метров от Таймс-сквер. И сейчас посмотрим разницу здесь. $29.99. Разница уже $10. И мой вам совет. Не обращайте внимания на подобные вывески. Это не более чем маркетинговый трюк. Они, как правило, висят годами. Ты находишься на Таймс-сквер, ощущение, что ты в центре мира. Как бывать в Нью-Йорке, не привезти сувенир? Нет. Это Таймс-сквер. Ну, мне все равно, потому что у меня есть золотая карта, и я пойду сейчас и отоварюсь на славу. Сказка какая-то, честное слово. Вот она, пожарная машина. Гуляя по улицам Нью-Йорка, невозможно не заметить пожарные машины. Они очень круто выглядят. Сразу хочется стать пожарным. В Америке пожарные – национальные герои. Про них снимают кино, и ими гордятся. Все американские подростки хотят быть пожарными. А все американские домохозяйки хотят пожарных. Поэтому сувениры с пожарными очень популярны. Что? О, господи! Это парни! Это реально пожарные? Ребята, посмотрите на это! У меня прям загорелся глаз. Вот это вот какие-то татуировки. Пожалуй, я возьму себе этот календарь, знаете, чтобы радовал глаз. В конце концов, я женщина разведенная уже. Мужчина мне бы сейчас понадобился. С Нью-Йорка привезу. Я в Чайна-тауне, китайском районе Нью-Йорка. Здесь продаются самые дешевые сувениры. Ну, потому что от производителя. Это же настоящий Китай! Я словно очутился в другой стране. Повсюду китайские иероглифы, талисманы удачи и тысячи сувенирных лавок. Главное, не потеряться в лабиринтах этих магазинов. Hi, my friend. $5 футболок за $10. Причем я могу выбрать разные цвета. $5 за $10. Я напомню, что на Таймс-сквер $8 одна футболка. А вот статуя свободы, которая стоит уже $25. За 15? $15 и никакого налога. Итак, подытожим. На Таймс-сквер $40. Такая
сувенирная статуя свободы. Мы ее купили здесь за $15. Экономия $25. Шопинг в Нью-Йорке – это очень приятно и увлекательно. Тут столько всего, и хочется утащить на память все, что видишь. Шопоголиками не рождаются. Ими становятся в Нью-Йорке. Появляется какой-то странный инстинкт с шопоголикой. Да, круто. Пожалуйста. Пожарные? Если у вас много денег, то вот что нужно привезти из Нью-Йорка. Одежду в характерном нью-йоркском стиле. Винтажное платье 20-х годов. Набор свечек, изображающих Манхэттен. И календарь с красавцами-пожарными. А если у вас всего 100 баксов, то вот список вещей, которые можно купить на память о Нью-Йорке. Комикс с Человеком-пауком на память об американских супергероях. Барабанные палочки, совсем такие, которыми кидаются американские музыканты в конце концерта. Метеорит, который будет напоминать о том, что Нью-Йорк – город странностей и звезд. Статуя свободы и футболки со знаменитым логотипом. Ну, привет, Костя. Привет, Маша. Ну, как дела? Я был в магазине, где можно купить абсолютно все. Понимаешь, есть выражение. В Нью-Йорке можно купить ну все. Ну, что все? Этот магазин полностью подтверждает это выражение. Ну, и что ты купил? Маша, я купил уникальный подарок. Какой? Это осколок метеорита. Серьезно? Которому много-много-много миллионов лет. Это настоящий метеорит? Это настоящий метеорит. Ты уверен? Это можно купить только в Нью-Йорке. Как красиво. Класс. Кость, спасибо тебе большое. Я тебе ничего не подарила. А я ничего не ожидала от тебя, Маша. Спасибо. Пойдем. В следующий раз я обязательно тебе что-нибудь куплю. Окей. Ну вообще, рассказывай, как тебе Нью-Йорк? Где ты был?